9 апреля в Таганроге пройдет широкомасштабный день древонасаждений. В этом году он будет объединен с международной акцией «Сад памяти». Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. В Таганроге акцию этого года открыли губернатор Ростовской области Василий Голубев и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. В Петровском сквере они совместно с таганрогскими школьниками, участниками Всероссийского движения «Юная армия» высадили хвойные деревья. Эта акция приурочена к тому, что мы должны в соответствии с указом президента посадить 27 миллионов деревьев в стране в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вот сегодня мы это тоже сделали. Если говорить о Ростовской области, то десятки тысяч деревьев будет высажено в эти дни. Массово она пройдет 9-го, предстоящую субботу. А, например, на наших лесных угодьях будет посажено более 500 тысяч деревьев на площади порядка 148 гектаров. Это наши лесоводы будут делать. Лес для нас богатство для Ростовской области. Ну и мы уверены, что к этому присоединятся все жители Ростовской области в самых разных точках нашего региона. Большие крымские сосны украсят Петровский сквер. В этом году в сквере планируется высадить 20 сосен и 132 куста можжевельника. Всего же в рамках весеннего дня древонасаждений в Таганроге будет высажено 890 деревьев, из них 30 на территории рощи Дубки. Здесь появятся новые молодые клены.